Всем привет, дорогие зрители! И хочу рассказать вам о процессе переезда в Турцию. Или же, если вы собираетесь как-то приехать сюда отдохнуть, у всех задается вопрос при переезде, где нужно купить симку турецкую, где надо обменять валюту по высокому курсу, магазинчики какие, куда нужно поехать, что купить. Я все подробно сейчас вам объясню. Так, дорогие зрители, допустим, вы купили билет и прилетели в какой-то аэропорт Турции. Это может быть Анталия, может быть Бодрум, может быть Аланья, Газипаша. Приобрете, вы выходите из аэропорта, в аэропорту также можете купить себе симку, но советую как бы взять в каких-то точках. Есть фирмы такие, как Türktelekom, Turkcell, Vodafone и BIM. Но в BIM, если собирать купить, ВНЖ требует, чтобы оформить. Без ВНЖ в BIM не оформляют симку. Как вы приехали, вы должны поехать в любую точку, называется Баи, если Türktelekom, то Türktelekom Баи. Я пользуюсь Türktelekom и очень доволен. Там пакет, сервис, все нормально пользуется, есть приложение, скачивайте, устанавливайте, и при получении ВНЖ вы бесплатно можете там все просмотреть и оплачивать свои тарифы. А так без этой программки, без ВНЖ, вы это не сможете сделать. Вам придется каждый месяц идти заполнять баланс в Türktelekom, в Vodafone или в Turkcell. Время пользования 1 месяц. Вы покупаете пакет. Допустим, сейчас в Türktelekom 200 лир стоит симка. И там пакет, кажется, 15 гигабайт в интернет и 1000 минут разговорных внутри страны и 2000 смски. Месяц работает, потом автоматически симка отключается. Вам нужно заново купить какой-нибудь тариф или оплатить любую сумму, а там уже вы сможете звонить любому человеку, кому хотите. Это одна функция в Türktelekom, но симка работает 120 дней. Вам за 120 дней после подачи ВНЖ нужно зарегистрировать симку. Надо отправить смс-ку на 4-5, написать туда ID номер вашего вот этого ВНЖ красного. Допустим, я покажу, какое ВНЖ на данный момент. Вот новые ВНЖ вышли. Вот это новые ВНЖ. Так, покажем не всю информацию. Здесь у нас пишется ИНН, вот это на 99 начинается. Вы его прописываете в телефоне смс-кой на 4-5 и отправляете. Там сразу они вас регистрируют. Это тема с ВНЖ. Оформление сим-карты. И сим-карта у вас после этого работает. Не закрывается, а так она закроется. Это тема была сим-карты. После того, как вы купили сим-карту, вам нужен зарегистрировать HES-код. Это QR-код против коронавируса, чтобы не болеть и не болеете. Чтобы его получить, вам надо после покупки сим-карты сразу в смс-ках на номер 2023 написать словами. Сейчас я быстренько посмотрю. HES. Так. Вам нужно написать данные в паспорте. Например, большими буквами пишите HES, пробел. Если вы гражданин России, то в паспорте написано РУС, пробел, номер паспорта, год рождения, везде пробелы. Год рождения 1900 какой-то год, фамилия, пробел 365 дней. Приблизительно я вам сейчас покажу. Так, вот здесь указано. В таком порядке записывайте все как есть. Фамилия,
365 это дней означает. И сразу после смс-ки приходит вам QR-код. Сейчас покажу. Вот такой QR-код приходит. Вы берете скриншот с экрана и сохраняете в галерею. Вы избранные или в любимые, чтобы быстро открывать, показывать на почте, в банке, в торговом центре Аланиум, допустим, если это здесь. А в других городах тоже система почти такая же, но по-другому. Так, хэш-код, надеюсь, вы поняли, как брать или обновлять. Нужно смс-кой отправить на номер 2023. Всю эту информацию, которую я вам сказал. Теперь главное, обмен валют. Всех интересует, как выгодно менять валюту. В аэропортах не советую менять сразу, как вы там цен, курс другой. Если вам нужна небольшая сумма, надо зайти в магазин Migros, допустим, поменять 100 долларов или 100 евро. Купите кое-что для себя, и они обменяют вам по нормальному курсу. А так вам придется пойти в банк, открыть счет расчетный. До открытия расчетного счета некоторые банки требуют ВНЖ, некоторые банки, но не все. Вам надо открыть ИНН. ИНН номер можно сделать онлайн. Переходите на сайт, государственный сайт Yabancı İçin Vergi No Alma. Берете иностранный номер для ИНН на сайте государства налоговой инспекции. Чтобы получить этот документ, вам надо отсканировать паспорт или сфоткать на телефоне и добавить туда, в систему. Так, мне смс-ки приходят, секунду. Так. Получаете ИНН, или же идете в госорганы, называется Верги да Ирэси, пробиваете, прогугливаете, или в Яндексе, или на Гугле. Она покажет вам направление, поедете туда, нужна ксерокопия вашего паспорта, там также снизу есть место, где делать ксерокопию. И с этой бумажкой поднимаетесь на второй этаж именно налогоинспекции здесь, в Алании. На этой же бумаге пишите адрес вашего проживания на данный момент. Это может быть отель, может быть какая-то квартира, которую вы приобрели, или же у друзей остаетесь. Прописывайте на той же бумаге адрес вашего проживания на латынице. И имя вашего папы, имя вашей мамы, родителей, большими буквами. И они быстренько вбивают в систему и сразу вам выписывают ваш ИНН номер на бумажке. И с этой бумажкой вы идете в банк. Я пользуюсь несколькими банками. Так как у меня есть ВНЖ, я зарегистрировал расчетный счет во многих банках. Для меня сейчас самый выгодный банк, это называется NPARA. Она относится к QNB Финансбанку. Но если у вас ВНЖ пока нету, то вы можете открыть расчетный счет в банке QNB Финансбанк или Türkiye Finans. Я сейчас покажу вам эти банки, приложение, как все выглядит. Вот, дорогие зрители. Вот те банки, которые я пользуюсь. Türkiye Finans – это зеленая бабочка. Вот, зеленая бабочка. К нему также относится TFX Target. Если вы планируете торговать 5 дней, 24 часа, покупать лиру, доллар, фунт стерлинг и другие валюты, это вот Форекс, турецкий Форекс. Называется TFX Target. Она относится к банку Türkiye Finans. При открытии расчетного счета в этом банке вам нужно оплатить 350 лир, и они вам откроют это приложение TFX Target. Она платная, одноразовая.
И потом вы заходите в это приложение, допустим, сейчас покажу. Так, и тут, если вы видите, очень много иностранных валют. 24 часа можете покупать, продавать. Допустим, вечером лира упала или там укрепилась. Продаете, покупаете. Потому что банки в Турции работают до с 9 до 6 дня. Некоторые в 5 закрываются. И курс валют вечером, он, если кто делает это, понимает. А так вечером резко может лира, вот сейчас лира слишком упала к доллару, на данный момент $100, сейчас $100, сколько там было, $100, на данный момент 1122 лиры, вечером было 1130, допустим, кто... У кого была эта программа, вовремя продал и заработал. Это для тех, кто хочет заработать, очень выгодно. Советую, чтобы открыть расчетный счет в этом банке, вы с этим ИНН документом и паспортом, загранпаспортом, идете в банк, и вам они открывают счет. Вдобавок, они могут захотеть от вас документ прописки в стране или в городе, в котором вы живете. Для этого до вашего приезда вы можете перевести этот документ прописки на турецкий язык, чтобы вам лично вопросов не задавали. А при наличии ВНЖ с легкостью в любом банке вы можете открыть расчетный счет. Так, ИНН рассказал, банк рассказал. Сейчас, насчет магазинов. Сеть магазинов у нас тут Мигрес, Карифурса, это более по ценам и по... покупкам вариантов очень много, выбора всего продуктов и тому подобное. Также есть у нас среднего сегмента сеть магазины А101, BIM, Shock. И еще Тахтакале есть сеть магазинов. Что нравится мне в Тахтакале, там также можно купить рыбу по очень хорошей цене. Они там почистят хорошенько, даже в духовке сделают из рыбы хорошую там вкусняшку, вам приготовят и пакет-сервис отдадут вам. И в этих магазинах также есть стройматериалы, хозтовары, продукты, хлеб, пекарня также внутри Тахтакале. Советую тоже пройтись, посмотреть, если вы не видели этот магазин. А так, все рядом. BIM, Shock, А101. Тахтакале, он редко где бывает, в каждом районе по одному магазину. Также магазин стройматериалов в Алане называется Кочташ. Она находится в районе Тосмор. Прямо в левой стороне от Кочташа у нас вот сеть магазинов Тахтакале. Также есть в районе Оба за торговым центром Аланиум в Чикчиле и в центре города. Так. Насчет банков. Государственный банк. Это у нас Зираат. Там тоже могут вам счет открыть. Но все, у всех банков свои как бы нюансы. Кто-то хочет ИНН, кто-то хочет вот этот документ, кто-то хочет ВНЖ, без ВНЖ не открывают. Ну, посмотрите, пройдете по этим банкам и увидите. Ага. Получение ВНЖ. ВНЖ можно получить как по контракту аренды. Аренду дает нам, можно на 2 года получить ВНЖ, но у всех стран по-разному. Так, налоги у каждой страны по-разному. Подаются эти документы, собираются. Есть специальные конторы, где делают эти визы. Они называются виза Данышманлык. Миграционная служба находится недалеко от 25-метровой дороги. Также рядом есть... госорганы, которые называются Нюфюсмедельлик. Можете пробить по карте Google и найти это месторасположение, или же просто позвонить на короткий номер 157. Это миграционная служба по всей Турции. И там говорят на всех языках. Вам дадут всю информацию, какие документы нужны. Сами также можете подать заявку, даже не обращаться
визовые вот эти конторы, которые этим занимаются, они вам скажут, нужно вот такой документ, нужно апостилировать, если вы в браке, документ, перевести его на турецкий язык. Советую всем, кто приезжает из своей страны, апостилировать оригинал документов и тут в нотариусе присяжные переводчики сами переводят и ставят свою печать. Порой у меня было знакомые делали у себя на родине, но тут миграционная служба не принимает эти документы, которые были переведены и апостилированы. Они говорят, нет, здесь в нотариусе должно официально все перевести. Но цены разные у каждой страны. Советую там на турецкий язык не переводить, просто оригиналы апостилировать и привезти сюда. Тут заново их апостилируют. Для детей, кто думает о школе, хочет переехать в Турцию, они говорят, что в школе мы примем как гостя вашего ребенка, но за это время, за месяц или два месяца они дают время, вы должны подать на ВНЖ, хотя бы привезти туда документ, что вы подали на ВНЖ. И они регистрируют вас там. Но для этого вам надо все дело ребенка забрать из школы, где он учился. Государственные школы, они бесплатные. В каждом районе, где вы прописаны, есть своя школа. Есть также частные школы в Кестеле, например, М-классика, Дога колледж в центре города, Исабет, как я знаю, Исабет Окуллары. Сейчас везде забронировано. Заранее советую, если вы желаете переехать, с января нужно уже как бы регистрировать или забронировать для вашего ребенка на сентябрь месяц, как бы, потому что потом место не уже все забронировано, будете потом искать, обзванивать везде, вы не сможете найти. Как и многие приезжают, сразу ищут школу, так не бывает. Все заранее бронируют 2-3-5 месяцев до того, как ребенок пойдет в школу. Это маленькая информация про школу. Так, сейчас хочу рассказать. При получении ВНЖ вы регистрируете ваш адрес. Если вы поменяли свой адрес, вам обязательно нужно пойти в миграционную службу. И там есть окошко с правой стороны. Сказать, что я поменял адрес, и вот это мой документ. Они скажут, что вам нужно пойти в мэрию Алании, в центр города, и взять нумаратаж. Нумаратаж, он показывает, на каком адресе вы живете. И с этим документом миграционно нужно все показать. То, что вы переехали, или показать новый по аренде контракт, тогда не поменять. Если вы же продали недвижимость, купили в другом месте, то же самое, вам придется в мэрию пойти, поменять там адрес, или дать им знать, что вы купили новую недвижимость. И с этим документом потом пойти в миграционную службу. Если вы месяц, кажется, есть срок, не пойдете, не дадите им знать, они вас отштрафуют. Заранее скажу. Так, покупки онлайн. После того, как вы переехали, уже уселись или купили недвижимость, или в аренде, всех интересует онлайн-покупка. Онлайн-покупка очень выгодная, потому что по всей Турции онлайн-покупка, это никто не арендует маркеты, это у всех есть склад. И из склада они по заказу отправляют товар. Из-за этого у них цены более-менее выгодные, чем в магазинах, там, бытовая техника и тому подобное, одежда. Для этого есть специальное приложение, как AliExpress, как Amazon. В Турции есть свои приложения, называются они Trendyol, N11, Gitti Gidiyor, Çiçeksepeti и тому подобное. Самая главная программа, которой я пользуюсь, это akakçe.com. В этой программе, если вы напишете название товара, akakçe.com вам покажет, в каком магазине этот товар самый дешевый, там самый по цене нормальный. Вот программка, она вот такая. Сейчас я ее открою.
Надо интернет открыть. Так. Паузу нажал? Нет. Вот такая программка называется Акакче. Я ее заново покажу. Вот она, синий логотип Акакче. Рядом программа Хипси Бурада. Здесь у нас Трендйол. Это N11 бабочка. Чичиксипеты, можете заказывать букеты цветов, подарки. Они привозят в адрес. Бесплатная почта. 3-4-5 дней приходит товар. Порой бывает, за 2 дня все приводят. Морхипо есть, там одежда. Гитти Гидиор есть, тоже программа такая интересная. Гитти Гидиор, Морхипо, Трендйол. Амазон тоже работает, все есть. Можно также заказывать оттуда. И Акакче. Вот эта программа. Вы пишете, допустим, кондиционер, клима. Цены хочу показать. 9000 БТУ. Которые больше всего продаются. Эндишик Фиат. Вот. Цены на инверторные кондиционеры на Хепси Бурада, вот так нажимаете, начинается от 3647 лир, это почти 300 евро плюс-минус. Здесь они показывают, делайте сортировку. Вот тут Эндюшек Фиат, это самая минимальная цена. Делайте сортировку и сверху вниз поднимаете. По возрастанию цены поднимаются вверх, и фирмы разные. Airfoil, там Beka, Archilic и тому подобное. Все нужно прописать в поиске. А так вы можете зайти в это меню. Сверху три галочки. И здесь все категории. Можете электронику смотреть, телевизоры, сколько стоит. Допустим, я сейчас посмотрю телевизион. Здесь даже есть скидочки. Скидочки. Видите? Нажимаете здесь. На эти телевизоры на данный момент скидки. Программа очень хорошая, она показывает, где скидка товара. И заходите, допустим, на этот сайт, вот, на Хепси Бурада. Он сейчас нас перебросит на эту программу. Там нужно сделать регистрацию, адрес, квартиру, все нужно прописать. Вам нужно зарегистрироваться, то есть открыть расчетный счет в банке. И с банковским картом заказать любой товар, какой вы хотите. Вот здесь все указано. Про все нужно переводчикам как-то, если не знаете, переводчик установить и переводить это все. Здесь на Хепси Бурада есть очень хорошая фишка. Называется 4×4, видите? Нажимаем туда. Тут каждый день по 3 часа, утром с 9 до 12, с 12 до 3, с 3 до 6, и вот так. Есть скидочки на интересные товары. Вы смотрите, если что-то понравилось, очень хорошие скидки, по 30%, где-то 50% скидка бывает на товар. Так. Вечером вот эти пока заблокированы, видите, написано 21.00 до 23.59, откроются вот эти товары, они пока закрыты. Я постоянно пользуюсь вот этими заказами, очень выгодно. Также есть на Трендйол эта же функция, но на Хепси Бурада она более-менее выгодная. Так что, дорогие зрители, товары приходят все в норме. Если что-то пришло не то, у вас есть 15 дней вернуть товар. Вы набираете там IADF, IAD это возврат. Бесплатно возвращайте товар, относите в ту почту, которую вам привезла. Тут несколько есть компаний, Cargo называют они почтой. Сюрет Карго, Арас Карго, Менеге Карго, Юртичи Карго и ПТТ. ПТТ это государственная почта желтого цвета. В каждом районе она есть. Так, насчет онлайн покупок, продаж я кое-что объяснил коротко.
Когда я говорю нашим дорогим зрителям, что мебель, обставить квартиру обойдется где-то 3000 евро, 3000 евро – это почти 35 тысяч лир на данный момент. Если вы видели цены, один кондиционер стоит почти 3500-4 тысячи лир. Ну, 300 евро один кондиционер, 1 плюс 1, 2 плюс 1 квартиру, можно обставить бытовую технику полностью за 1500 евро. 2000 евро. Остальное там 1500-2000 евро, можно купить любую мебель, какую вы хотите, мягкую, но среднего качества. Если вы будете заказывать также по akavcha.com. Или же вам нужно поехать в магазин Арчелик, посмотреть товар и ту же модель пробить на этом сайте и заказать оттуда. Сервис у всех одинаковый, если товар придет неисправным, вы звоните в сервис Арчелик или в сервис Бека, или в сервис там Ташиба, что закажете, и тот сервис придет вам на адрес. Все бесплатно. Там вы от Чеклама есть в открытии, в описании написано, что сервис бесплатный. Там гарантия 2-3 года, в зависимости от товара. Так, насчет инвестирования. Дорогие зрители, те, кто желает инвестировать, есть несколько рычагов инвестирования. Хотите получить пассивный доход в Турции. Ну, кто-то занимается фрилансером, приходит, арендует квартиру, живет тут, получает ВНЖ. На удаленке все работают. И некоторые не знают, как заработать, это большая проблема у всех. Кто-то занимается Форексом, вот как я, например, занимался раньше, я тоже зарабатываю этим, покупаю сверху, продаю снизу, вот так. Нет, продаю сверху, покупаю снизу. Или же сейчас вот биткоины тоже интересная тема, альткоины, тоже там очень много их, тоже как доллар, евро, та же система, покупаешь, продаешь. На Binance торгуют 24 часа, 7 дней. Единственное, вот банки работают 5 дней, суббота, воскресенье, вся система закрыта, купля-продажи. Но вот эти альткоины, биткоины, этериум, вот эта вся система работает 24 часа, 7 дней. Можно покупать, продавать в любое время, даже ставить стопы, лоссы, лимит продаж. Очень выгодно, советую. Кто понимает в этом деле, советую этим заниматься также. Но быть очень внимательным и осторожным. Ставить стопы везде, стоп-лосс. Так, пассивный доход именно в этой системе, если вы купите на котловане какую-нибудь квартиру, за год ее построят, и цена в два раза поднимается. Вы можете сразу продать ее, купив через 2-3 месяца, как построить 2-3 этажа. Вы там тоже можете заработать. Или же обождать эксплуатацию этого проекта. После сдавать в аренду 2 года. И если срочно нужны деньги, продать ее. И так выиграете деньги по сдаче аренды и при продаже выиграете. Но все зависит от того, как вы купите и где вы купите эту недвижимость. У всех разные советы, многим лишь бы что-то продать. Я вот советую по себе, если я смотрю, допустим, квартиру, я себе купил бы, ну да, если купил бы, я тоже советую своим знакомым, друзьям, клиентам и тому подобное. Второй вариант заработка — это купить 2-3 квартиры, в одной жить, две сдавать в аренду, дать какому-нибудь агентству недвижимости, они все сами будут присматривать, сами все будут делать, но тоже головные нервы, какой арендатор вам попадется, это неизвестно, но есть вот такой пассивный доход. Или же там закупаться каким-то товарами, привозить сюда, здесь продавать, тоже вот можно заняться. Кто хочет работать, тот заработает.
Или же есть система, которая называется Амир Капитал. Я пока туда не вошел, но думаю, тоже войду. Там ставится какая-то сумма денег, и каждую неделю вам капает пассивный доход. Кому интересно, может пробить в Ютубе и найти эту информацию. Я люблю как бы торговать, покупать, продавать иностранную валюту или там биткоины, альткоины, и оттуда зарабатывать, заниматься трейдингом. Вот, чем я занимаюсь также, это альтернативно то, что я делаю. Так, районы Алании. Я не снимаю ролики в центре города, потому что там в основном старостройка, новостройки дорогие, цены дорогие. Я лучше посоветую своим знакомым, клиентам также купить недвижимость в том районе, где более-менее стабильные цены, более-менее пляж хороший, инфраструктура, которая рядом, где тихо, спокойно. И все зависит от того, что дети, школа, колледж. По всем критериям советую тот район, который подходит. Пляж, он в Махмутларе, более-менее там плиты, скалы. В Кестеле тоже плиты, скалы. Но это отдельная тема, я про вот эти все районы потом как-нибудь вам расскажу. Ролик уже на несколько минут, наверное, уже 30. Так, дорогие зрители, насчет мебели еще раз хочу сказать, если хотите потрогать, пощупать, увидеть глазами мебель, бытовую технику, вам нужно пойти в центр города, где торговый центр Аланиум, по этой улице очень много магазинов, как Mondi Home, как Magic Life, как там Dotage, Bellona, Istiqbal, много их всех. Недавно я снимал LaViva, мебельный магазин. У всех цены разные. Все, дорогие зрители, более-менее полезную информацию я вам передал. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте ставить лайки, комментировать. Может, что-то я забыл важное. Все, с вами был Агаси, Солнечная Алания, район Тосмур, речка Димчай. Всем желаю радости, благополучия, побольше заработать денег и беречь свое здоровье. Всем пока-пока.